Вступительная кампания 2014 завершается. Как отмечают сотрудники приемных комиссий брестских вузов, для Технического и Пушкинского университетов она прошла на довольно высоком уровне. Это касается и жалоб, которых к учебным заведениям со стороны абитуриентов практически не было, и итоговых результатов. Конечно, недобора на некоторых специальностях избежать не удалось. Однако показатели на республиканском уровне смотрятся достойно. Студенческий коллектив Брестского государственного технического университета в этом году пополнился 1500 первокурсников. Благодаря новой редакции правил приема в высшие учебные заведения, а это касается дополнительного набора, список сегодняшних зачисленных абитуриентов университета расширился. Однако и здесь была конкуренция. У нас дополнительный набор осуществлялся по двум специальностям: мелиорация, водное хозяйство и сельское строительство, обустройство территорий. Это по одному месту было, и на это место в одном случае претендовало 12 абитуриентов, в другом 13. Это практически самый высокий, наверное, конкурс в Республике Беларусь. Ну и проходной балл составил в итоге абитуриента на специальность сельское строительство, обустройство территорий 255. В Брестском государственном университете имени Пушкина проходят последние завершающие работы по оформлению документов новых студентов. В этом году вуз вышел на финишную приемную прямую с более высокими показателями по сравнению с предыдущим годом. В частности, за счет так называемых льготников – тех, кто поступил в учебное заведение на более простых условиях. Среди них – мастера спорта, победители областного и республиканского этапа олимпиад и золотые медалисты, которые в этом году впервые за много лет имели преимущество при поступлении на специальности педагогического профиля. После вступления в силу новых правил приема мы зачислили по категории льготной, то есть без вступительных испытаний, 11 абитуриентов, льготников, медалистов, либо победителей олимпиад. Причем на те педагогические специальности, перечень которых был утвержден Министерством образования, наиболее востребованными из них были специальности математика, информатика, начальное образование. Один из вопросов, который сегодня волнует скорее родителей первокурсников, нежели новоиспеченных студентов, это оплата за обучение. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась незначительно. В Брестском государственном техническом университете стоимость двух семестров обучения в зависимости от специальности будет стоить порядка 14 миллионов белорусских рублей. Что касается Пушкинского университета, то оплата первого года обучения составит от 15 до 16,5 миллионов.